Всем привет, я нахожусь в игре VGR Stopstep Mother Emily. Короче, вышло обновление 1.3.5. Мы сейчас будем проходить на легком режиме, как тут это добавилось новый пистолет. И оно называется помидоран лед, наверное. Я не знаю пока. Ну, давайте сейчас все внимательно осмотрим. Я пропускаю. Пропускаю. Так, ладно. Ну, меня лагает. Часть оружия. Ё-моё, а у меня ужасно немножко лагает. Ладно, побежали. Искать тут часть ружья. О, монета. О, обновленная кровать. Ничего себе. Так. Ищем тут. Почему-то ничего нет. Монета? Ну, она мне уже, в принципе, не нужна. Так, вот это мне сейчас не надо. Ого. Я, кстати, пацаны, помню то, что здесь была кровать. А сейчас ее там нет. Так, приманка забираю. Части ружья. Совлак для сахара. Беру. Ой. Пацаны, мне ужасно лагает. Блин, ребят, у меня лагает немного. Ладно, побежали. Сейчас не до этого. Бежим. Ой, мне нельзя до тока прикасаться. Сейчас меня Эмили должна увидеть. Блин, пацаны, надо быть осторожнее. Где там должно быть еще часть оружия? Но я пока ничего не вижу. Ладно, бежим. У меня башка задумалась. И тут на тебе будет. На, нафиг. На. Ладно, бежим, ребят. Фу ты. Так, машина для которая дает молоко. Я люблю молоко. От него можно много сил потерять. Кажется, пацаны, я перестарался. Забирай арбузы. Помидорки собираем. А, чтобы было тут это оружие, но я знаю, помидоромёд. Ну, я пока не знаю, как она называется по-настоящему. Но я пока буду говорить помидоран мёд.
Так, тут молочный коктейль. Нужно мне найти часть оружия. А вот часть оружия. И удочка. Бамбуковая. Бамбуковая палка. И теперь я из нее сделал удочку. Что это? ХЗ. Я пока не знаю, что это. Монета? А, нет. Это не монета. Записка? Ничего не понимаю. Так, ладно. Забрасываю. Должен... О! Оп! Блин, промазал. Ну, давайте еще раз. Эть! Да, блин, промазал опять. Да! Поймал блестящую рыбу. Кстати, а где Эмили? Вот чёрт. Не-не-не. Ё-моё, пацаны, у меня лагает так ужасно, то что я пока себе представляю. Так, давайте сейчас посмотрим, что здесь. Может, я найду там часть оружия. Ладно. Большой нож. Отрезаю тут. Слишком густо, налейте больше жидкости. Я уже, в принципе, понял. Хорошо, продолжайте работать. Добавьте мясо. Это вот это? Ой. А, я понял, какое мясо. Может быть, добавить мясо? Добавляю. Ой-ой. Что еще... добавить что-нибудь озерное. Я понял, рыба. Честно, ребят, я не люблю рыбу. У меня на нее аллергия вообще. Честно, ребят, у меня аллергия на рыбу. Добавьте больше жидкости. Добавляю. Суп готов. Слабительный. Давайте поставим сейчас. О, часть оружия. Надо убегать. Давай, 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 давай. И тут на нафиг. Короче, ребята, я в последнее время пока про ужасы снимаю. Я пока еще не знаю, что заснять еще. Пока я не знаю. Капец, я ее достаточно разозлил. Так, ладно. Найдите ключ. Вот ключ. И вот часть оружия. Метателя помидоров. Может, помид... Ладно. Бежим. Может, называется помидоромёда?
Блин, надо бежать. Да уж, пацаны, вот это прикольное обновление тут. Добавили тут пистолет, но пока части нет. Мне нужен синий баллончик с краской. Ну и еще, ребят, я в принципе знаю, как Эмили достаточно ее разозлить. Готово. Побежали. Помидоромет, наверное. Ух ты ж! Ты чё, блин? Испугала меня. На нафиг, я улетаю. Наверное, она хочет довыпендриваться. В смысле, какой новый ингредиент? В смысле? В смысле, я приготовил коктейль. Это что значит? Я пока не знаю. Беру бензин. Бежим, бежим со всех ног. Бежим, бежим. Надо как-то Эмили достаточно ее разозлить. Ужасно. Ладно, тут большой ножик у нас. Не знаю почему. Кидаю. Пошла в баню. Ух ты ж! Да она одну ворота снес. О нет, у меня лаги. Ой-ой, кажется, она ко мне идет. Беру аэрозоль. Точнее, баллончик с краской. Пошла в баню. Беру баллончик с краской вторую. Что это она сделала? Где это она разнесла? Ничего не понимаю. А где это она ходит? Да еще и бродит. Что-то, ребята, у меня плохое предчувствие. Где-то она разнесла. О, ну уже все понятно. Как она могла так разнести такую огромную большую дверь? Ничего не понимаю. Может, у меня какие-то сплошные баги? Я уже... Ну, теперь я уже понял, где она дверь разнесла. Да успокойся же ты. А, мне надо взять помидоры мед. Или как она называется? Метатель помидоров? Почему метатель помидоров? О, что сейчас интересное будет? Yeah.
На. На нахрен. Разнесла тупо дверь. Так, давайте сейчас помидоры собирать. О, нет. У меня ужасно лагает. Вон, она наконец-то перестала лагать. Что ж такое, пацаны? Если это называется помидоромёд. Ну, точнее, метатель помидоров. А что надо делать? Давайте сейчас с Эмили это закинем все. То... Не понял, почему не работает? Я ее оглушил. Бежим скорее, пацаны, пока она не очухалась. Я уже теперь понял, как с этим помидорами удома... Ну, это метатель помидоров обращаться, ни хрена себе. Бежим. Беру бензин. Дверь не открывается. Странновато. Поехали. На нафиг. Ладно. Короче, посмотрим, что будет потом в следующее обновление. Поскорее бы добавили третью главу. Все, давайте будем на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.